Так, мы приехали в городок Кастельсардо. Это на Сардинии. Средневековый город, очень красивым замком на вершине холма. Прекрасный пляж, такое море сегодня. Море-морочка. Вот. Мы идем, ищем проход к замку. Не можем найти никак. Только что случилась авария. Уф, какой вид прекрасный. Да, шикарный нашли. Не, это квартирный дом. Квартирный дом с бассейном. Солярий с видом офигенным. Ты где-то в бассейн? Сейчас мы попали в Кастельсардо, центр сторико. Это исторический центр данного города. Это вот этот вот замок. Мы сейчас. Где мы сейчас? Непонятно. Там туалетная бумага и какашки. Правда ли? Большая церквушка на скалистых берегах Кастельсардо. Va bene. Io farei un po' più da. Построена в 13-14 веках башенка. Итак, замок, вернее, Кастелло, Кастельсардо, Сардо. Сардо — это, наверное, какое-то оружие итальянское, древнее. Сардо, похоже на пика или меч.
меч, наверное. Здесь стояли пушки когда-то, стреляли, обстреливали бухту. Идем дальше, выше. Выше и выше.